Привет, дорогие любители борьбы! Сейчас я хочу продемонстрировать вам разминку, которую борцы применяют для того, чтобы размяться и подготовить себя к тренировке. Это разминка на месте. Она уже выполняется после того, как вы пробежали и выполнили разминку в движении. Начинаем с круговых вращений шеи. По 4 вращения. 4 в правую сторону, 4 в левую. Движение выполнять спокойно, с максимальной амплитудой. После этого выполняем движение головой вперед-назад, опять же максимально, подбородком вперед-назад. После этого разворачиваем лицо влево-вправо. Тоже 4-5 движений. После этого наклоняем левым ухом, касаемся левого плеча, правым правого. Закончили. После этого руки ставим на плечи и начинаем круговые вращения плечами только вперед, без остановки, с максимальной амплитудой. Движение выполнять до тех пор, пока не почувствуете, что в плечах появилась легкая усталость. Это произойдет примерно через минуту таких упражнений. После этого сразу переходим на вращательные движения ровными руками, тоже вперед. Движение выполняется только вперед, никаких движений назад. И также выполнять в течение примерно 1 минуты, пока опять же вы не почувствуете, что руки, плечи у вас забились. Через минуту руки ставим перед собой, выполняем рывковые движения. 2 перед собой, 2 с разворотом. Руки перед собой, локти не опускаем вот так, локти держим вверх. Опять же вы почувствуете, что ваши плечи нагружаются. Когда разворачиваем, делаем выдох. Закончили. Немножко встряхнули руки. Восстановили. Руки в стороны. Развороты корпуса влево-вправо. Смотрим назад за себя. Максимально разворачиваемся. И постепенно опускаемся. Делаем мельницу. И ускоряемся. Быстрее, 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 быстрее. Закончили. После этого руки ставим на пояс. Круговые вращения таза. 4 в левую сторону. 4 в правую. После этого левая рука вверху, правая внизу. 2 наклона в правую сторону, 2 в левую. Закончили. Руки перед собой в замке, круговые вращения корпуса. Максимальная амплитуда, наклоняемся тут вперед. По 2 вращения, 2 в правую сторону, 2 в левую. Максимальная амплитуда, работает корпус. Закончили. Руки поставили на колени. Круговые вращения коленями. 4 вовнутрь, 4 изнутри. Потом поставили 2 ноги вместе, круговые вращения коленями опять же в левую, в правую сторону, можно с приседанием.
Закончили. После этого одну ногу поднимаем и делаем по вращению бедром. Вовнутрь, изнутри хорошо разминаем суставы. Закончили. После этого ноги на ширине плеч. Наклон к правой ноге, по центру левой и прогибаемся назад. Закончили. Потом поставили две ноги вместе. Опять же, ноги в коленях не сгибаем. Руками стараемся максимально достать до ковра. Закончили. После этого ногу поставили на носок. Выполнили круговые вращения голеностопом с усилием. Хорошо повращали, размяли голеностопные суставы. Правой ноги, левой ноги. Хорошо, закончили. После этого исходное положение сет. Ноги перед собой, скручивание корпуса в левую и правую сторону. Грудью полностью вот ложимся на ковер. И потом ускоряемся. 5-6 раз с ускорением делаем. Закончили. Развернулись на живот. Руки в стороны. Правой ногой коснуться левой руки. Левой, правой позабрасывали. Потянулись. Затем руки выпрямили, руки перед собой, выпрямились, прогнулись в спине, посмотрели в левую сторону, в правую сторону. Хорошо. Потом сели вот таким образом назад, потянулись. Опять вперед прогнулись. Следующее упражнение. Сели, ноги как можно широко. Опять же, ноги в коленях не сгибаем. И в меру своих возможностей понаклонялись. К правой ноге, к левой ноге, по центру потянулись. У кого получается, могут грудью лечь. То есть растяжка у всех разная, поэтому в меру своих возможностей наклоняйтесь, тянитесь. После этого садимся. Правая нога согнута, левая выпрямлена, руки перед собой. И делаем вот такие переходики. С левой ноги на правую, с правой на левую. Когда переходим, смотрите, я вот носок разворачиваю вперед и перехожу. Раз. Старайтесь, чтобы таз был максимально прижат к ковру. Руки держим перед собой, вот в замочек и переходим. С левой ноги на правую, с правой на левую. Разиков по 10. Затем вышли с этого положения, ноги поставили вот широко, руки соединили перед грудью в замочек и понаклонялись к правой ноге, по центру, к левой ноге. Локтями стараемся коснуться ковра. Вот, таким образом понаклонялись. После того, как это поделали, можно вот опять же максимально, у кого как получается, продольный шпагат. Потом разворачиваемся к левой ноге, вот понаклонялись, постояли в этом положении. Еще раз говорю, у каждого разная разминка, поэтому аккуратно, чтобы мышцы должны вот в этом положении тянуться. Развернулись в эту сторону, в таком шпагате постояли, ногу ровную держим, стараемся и наклоняемся, чувствуем, как наши мышцы тянутся. Поделали это. Закончили, опустились на колени, повращали шеи,
в левую сторону, в правую немножко еще повращали, да разогрели. Стали в положение треугольника, все знают руки, и покачали шею в положении треугольника. После этого можно сразу, можно немножко отдохнуть. Перешли сразу с положения треугольника, ногами оттолкнулись, положение борцовского моста. Покачали шею в положении борцовского моста. Закончили, отдохнули немножко. После этого поделали забегание в левую сторону, в правую. Я сделал два раза, вы можете сделать 5 в левую сторону, 5 в правую. После этого поделали переходы. Туда и обратно это один раз. Вы можете сделать от 5 до 10 раз. После этого подходим к стеночке и вот возле стеночки поделали опускание на мостик и вернулись назад по 5-6 раз. После этого, когда вы уже подготовили себя, делать можно, кто умеет, кто уверен, поделать опускание со стойки. То есть вот я становлюсь и примерно точно так же опускаюсь и забежал в левую, правую сторону. После этого немножко восстановили дыхание, раструсились, подняли стоечку, поотбрасывали ноги произвольно. 5-6 раз проходили, подбрасывали, поподнимались. И после этого уже минутку уделили для того, чтобы восстановить дыхание, отдохнуть. И приступили к общей тренировке. Спасибо за внимание. Надеюсь, это поможет вам победить.